Друзья, всем привет! С вами снова Капанда. И сегодня мы продолжаем играть в Roblox Zoo Tycoon, то есть симулятор большого зоопарка. Это на самом деле прикольный тайкун, мне очень понравился. Не такой, как стандартный, где нужно дропперы строить. Здесь нужно строить наш собственный зоопарк. В прошлой серии, смотрите, что мы построили. Мы, во-первых, проапгрейдили наши, ну, можно сказать так, дропперы, которые здесь вот, там, приносят кэш. Проапгрейдили их и построили 4 штуки. Дальше построили здесь вольеры для наших разных животных. Здесь я вот разобрался, кто такие эти Волтрус. Это у нас грифы. У меня их еще нету. Наша задача их найти, сюда поймать. Здесь Water Buffalo. Это у нас буйволы. Какие-то здоровые. Тоже я их еще пока не нашел. Здесь я поймал двух волков. Посадил клетки. Вот вольер. Здесь у нас сурикаты. 3 штуки. И черепаха. Вот у нас здесь. 2 черепашки сидят. А кто здесь, кстати, будет? Не знаю. А, вот эти сурикаты, они, наверное, туда и забегают. Вон они, дверь-то точно. Потом я поймал одного слона. Вон он, здоровяк. И поймал одного страуса. Вот. Здесь у нас вольер для жирафов. О, здоровый какой. Здесь еще прикольно так. Можно будет наверх, наверное, кормить сверху. Ага. Еще такой балкончик здесь прикольный. О, красота. Так, и все. То есть наша задача сейчас найти жирафа, найти буйвола и найти... А, там, кстати, еще медведи. Вот карта, где-то я тут еще видел, что медведи есть. Кстати, где они водятся там? Вот, вот здесь медведи водятся, а мы где-то примерно вот здесь, я так понял. Ладно, я думаю, мы сейчас везде побежим. А, сейчас, наверное, все, давайте деньги соберем и все построим по максимуму. Только мы сможем построить, потом пускай деньги копятся, а мы пойдем на охоту. Вот, здесь, кстати, у нас, расскажу то, что еще здесь, в прошлую серию мы видели. Здесь можно взять у нас ружье, которое стреляет дротиками, транквилизаторами, усыпляет животных. Кого-то нужно стрелять, наверное, больших там волков всяких, медведей, а черепах и мелких сурикатов я просто так ловил, не нужно их стрелять. Так, ну все, давайте построим то, что мы можем. Вот у нас здесь есть магазин, зеленый это то, что мы уже построили в той серии. Давайте построим вот это. Что у нас там, сколько? 80 тысяч. Всякие клетки дополнительные, вот клетка для медведя. Все, я все деньги потратил. Офис какой-то мы там построили, еще что-то построили. Ну это в той серии мы строили это. Где питаться можно сесть. Короче, закусочная. Что-то вот тут мы понастроили, что-то попоявлялось. А, вот, кстати, что-то еще появилось. Смотрите, наверное, для медведя, да? Медведя, да что же у меня нет? Гризли Бирс, да, медведь гризли. Он, блин, страшно его будет ловить. Ну что делать? А, еще я построил машину, чтобы на машине кататься можно было. Джипарик там такой. Ладно, поехали везде кататься и смотреть. Короче, все на охоту. О, да, парк мой. А где она? Ну-ка висит. Все, вот он появился, тип машины. Так, поехали, наверное, вот сюда вот. Налево, что ли? Нет, ну туда поедем. Я думал, там медведи где-то водятся. Потому что там... Это у нас авария. Переворачивайся давай. Ну-ка, вон стрелка нарисована. Опа, она. Все точно хорошо, вот на стрелку можно нажать. Это была бы авария. Так, ну что, поехали. Здесь страус. И страус у меня уже есть. Поехали дальше смотреть. Вот сюда, наверное, налево сейчас надо. Мимо чужого зоопарка. О, подарок. Подарок, подарок, подарок. Кстати, вон у меня их уже 7 штук, так и не понял, зачем они нужны. Напишите в комментариях, кто разобрался, зачем эти подарки. Так, это здесь у нас сосед какой-то. О, у него на крыше подарок был. И сейчас. О, жираф! Тихо, тихо, тихо. Спугнуть. Просто так. Могу его поймать? Нет, куда делся жираф? Капец, не успел. Тиканул, что ли? Тёлы палы. Спугнули жирафа. Типа, куда поехала машина сама по себе? Дикая, что ли, совсем. Все, поехали наверх. А, тут ничего нету. Да, поехали. О, тихо-тихо-тихо, да еще раз. Надо его быстренько. Давай. Сейчас мы его дрочками усыпим. Чпок, все, готовченко.
Все, собрали жирафчика, клево. Так, у меня остался один выстрел. Подарок заберем. И поедем дальше, вот туда вот. Глядеть, что там. Че, подарок-то, блин, опять исчез, что? Где наша машина? Тачка. Тачка на прокачку, блин. Опа-на. Ой, где-то слышу, что-то ездит, да? У-у-у, тихо, не разбиться бы только. Так, поехали, поедем вот этот вот чей-то непонятный зоопарк. Давай, давай в горку, давай, моя хорошая. Опять перевернулся. Давай, 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 давай. Он тут вообще заедет, нет? Все понятно, короче. Тут не заедем, поехали объезжать. Да что ж такое? Не машина, а колбаса какая-то, сосиска и валяшка. Задний ход, передний ход. О. Только по ровнен, ровной поверхности, короче, она нормально ездит. Но проще пешком будет ходить. Так, жираф у нас уже есть. Поехали дальше смотреть. Здесь тут есть мимо? Кого нет? Короче, я пошел пешком, чуть ли неудобно ездить на машине. Так. О, кто это? Пошлите вот с этой стороны, на мосту, вон там кто-то ходит еще. И сиди перекон, я вижу. Тихо, сейчас его поймаем. Интересно, просто так можно поймать, а то у меня остался один выстрел. Понимаете, я тут. Поймали. Все, перекона поймали одного. И кто-то вот здесь был, кого-то я здесь видел. Кто-то ходил больше, во-во-во-во-во-во. Это, наверное, буйвол, да? Точно. Или медведь. Нет, это какой-то буйвол. Его, наверное, точно надо подстрелить. Чпок. Готов. Да. Буйвола подстрелили. Так, а у нас больше нет патронов, да? А так его можно поймать? Нет, где его там поймать? Так. Я хотел еще посмотреть, где медведи. Ладно, телепортируемся в наш зоопарк. Хочу и глянуть. Где у нас? Вот он, красавчик. Все, буйвол вот наш. Буйвол есть и жираф есть. Так, а еще мы грифона этого поймали, да? Ну-ка, вот здесь он должен быть. Ага, вон он сидит, красавчик, прикольно. Все тоже есть. Так, давайте построим еще что-нибудь и пойдем искать медведя. Нам остался медведь, да? Да, нам остался только медведь. Так, вот медведя у нас же есть. Дракон. Да, вот он, под медведя есть. Так, покупаем всякие аксессуары, это типа дополнительные вещи. Скамейки и дерево. За 100 тысяч ничего себе можно еще будет купить. Раптор. Вот что это раптор? Это же динозавр. И основное здание можно купить. Ну-ка, пошлите посмотрим, что там у нас появилось. Что там? А, вот и деревья всякие, мусор типа накупал, да? Короче, вот такое. О, что у нас ворота открыты? Ворота открыл, закрыть. Ворота закрывайся, все, ворота закрыли, вдруг кто сбежит. Ой, еще какое-то здание сюда было, нет, не помню. Дополнительно. О, прикольно! Мой iMac стоит. Компьютер. Здесь я буду вести свои дела. Как зоопарк развивается у нас. Ха, прикольно, какие у нас тут еда. Крестики, нолики, кто-то играл. Ха. А это кредит, это разработчики. Прикольно. Короче, у меня теперь собственный офис не появился. Так, ладно, побежали. Нам нужно найти медведя. Хочу найти медведя. Таки. А он у нас водится, если не ошибаюсь, вот здесь вот. Это то есть заснеженные поля и за заснеженными полями, да? Я думаю, мы где-то вот здесь сейчас. Короче, побежим сейчас вот где... Вон они, заснеженные поля наши. Ну-ка, я сейчас повыше залезу. О! Еще один сурикат. А, нет, черепаха. Но у меня там уже, по-моему, максимум. Могу ее поймать? Нет, еще. По-моему, уже нет. Да, все. Все максимум. Так, смотрите, вон наши заснеженные поля, мне кажется, где-то вот здесь у нас будут. Мы же вот здесь вот уже бегали. Где-то вот здесь будут у нас медведи. Они должны быть где-то там. Может, буйвол еще дома подстрелить?
А я взял-то эти? Конечно, побежал. Даже не взял патроны-то. Все. Дротики-то я не взял. Все, дротики взяли и теперь побежали. Вот туда, да, куда-то мы бежали. Так, здесь у меня зима. Я помню, что слева было от зимы. Давайте побежим вообще вот так вот с этой стороны и вот так вот все вокруг. Может быть, кого-то мы найдем. Так, это черепахи. Здесь у нас буйволы. Да, где-то вот здесь мы еще не бегали. Да-да-да, там еще не ступала наша нога. А, либо лапа. Лапы капанды туда еще не наступала. Так, что я пока никого не вижу. Эй, звери! О, тихо-тихо. А, это волк. Нет, здесь я был. Все, волки у меня есть. Волки есть, там никого нету, да? Я там никого не вижу. Где-то вот здесь, мне кажется, будет у нас звери. Эй! Мишка, выходи! Ой, еще кто-то против не бегает. Здорово, чувак! Может, его подстрелить можно? Давайте подстрелим его, попробуем. Не, шучу, не надо, конечно. Людей мы не будем стрелять. О, тихо, кто это там? Медведь? Нет. Это пенёк. Тут чей-то дом. Может, тут медведь живет? Ну-ка, туда можно зайти, интересно? Спальня там какая-то. Эй, сова открывай, медведь пришел. Прикольно, можно дом этот купить потом? Домики такой. Так, где медведи-то у нас? А, я уже устал бегать. Здесь у нас буйволы. Мы сюда, по-моему, на машине приезжал, нет, в прошлый раз. Я же здесь уже бегал. Ладно, еще раз вот тут отбежим. Чтобы уже точно. Вдруг он здесь спрятался за деревом. Мишка, ты где косолапый? Так, вон жирафа вижу. Но жираф у нас уже есть. Жираф нам не нужен. Жираф есть. Нужно... Может, его попытаем, скажем. Эй, жираф, где медведя спрятал? Дружище, ты не видел, где медведь? Так, наверху там. Ага, тоже чувак какой-то бегает ищет. Ладно, пошлите куда-нибудь тогда в середину. Там страуса. О, тихо. А, нет. А, это ёлка, тоже думал, не быть. Где у нас мишка косолапый? Да, может быть. Где-то там было по карте, что в углу. Я до угла добежал, ничего я там не нашел. Он был справа, а, слева от заснеженных полей. Вот у нас заснеженные поля, и где-то вот здесь он должен был быть, наверное, кажется. Интересно. Девки пляшут. Мишка где-то засел, Мишку не могу найти. Это опять буйволы. Где-то вот это на зеленой. Я точно помню, что он где-то на зеленой. Так, волки. Буйволы. И вот где-то вот здесь он должен быть. Где-то Мишка здесь должен быть, на этой полянке. Вообще, о, соседская карта есть, давайте глянем. Где-то спрятался Мишка. Где он спрятался, да? Вот это озеро ледяное, и прямо от озера, короче, бок. Это здесь у нас буйволы, от буйволов. Ага, понятно. Между буйволами и жирафами, и озером, и потом сразу в бок. Буйволы, тут у нас жирафы, там, вот, да, вот здесь они должны быть, вот, вот. Все правильно, вот оно наше озеро, и от озера прямо вот сюда. Вот здесь должны быть мишки. О, подарок вижу, мишку не вижу, подарок вижу. Вот он на Новый год, а 8 штук. Все, вот здесь их нужно ждать. Все, это уже точно я определился, что они тут, но почему-то их тут нету. Может, у них спячка зимняя, а? Может, они спят? Может, за карту надо вывести? Ого, а там какой-то секретный дом, смотрите. Может, там они? Туда уже нельзя пройти, так оказывается.
Нет, нужно тут их ждать. Они, видимо, очень редкие. Мишка, ты где? Мишка, выходи, я тебе меда принес. Будешь хрумкать сейчас. Так, это волки. Это уже были у нас. Может, он где-то в зоопарке чужом? Могу я зайти? Нельзя. Нельзя, это чужое, говорят. Чужое брать нехорошо. Опять буйвол. Ну, здесь они должны быть где-то. Почему они не появляются, мишки? Какой-то, может быть, у них не сезон, а? Может быть, не сезон. Вот это озеро, это как раз вот озеро, вот сюда прям. Вот здесь они прям должны бегать. Давайте все вокруг отбежим. Смотрите, берлога. Может быть, берлоги в этой? Точно, вот они! Вот он, Миха! Косолапый, здорово! Я тебя так долго искал. Попу подставляй. Лапыщи. Свадь, мой хороший. Все, собрали медведя. Ну чё, у нас... у нас еще есть один дротик. Пошлите еще кот, поймаем, а? Пока есть один дротик. Давайте, может, этого еще поймаем. Так, медведя второго нет. Хочу этого поймать второго. Грифона. Вон он сидит. Кстати, его, по-моему, просто так можно поймать. Тогда еще и буйвола поймаем. Чтоб зоопарк у нас был красивый и полный. Куда он улетел? Нет, вот он. Мимо, хороший, где конфетки, да. Будешь конфетку? Ням-няма. Не, поймали. Все, еще одного грифа поймали. И где у нас буйвол? Вот он. Вон он сидит, хороший. Так, еще и подарок. У нас уже 9 подарков будет. Подарок взяли. И сюда. А то здесь сейчас пустые работы. Подставляй кнопку. Лобыська. Собрали. Все. Так, телепортируемся в наш зоопарк. Собираем всю денежку. 130 тысяч. Это что можем построить? За 100 тысяч. Раптор. А что за раптор? Где у нас раптор? Так. Ничего нету. Велосирапторы! А где они водятся? Не понял. Это серые? Вот это что ли? Они вот какие-то бирюзовые. Блин, динозавры тут что ли есть? Так, нужно сразу же купить еще этих. Все, два дротика есть. О, конфета. Конфету ем. Ха, чавкает. Так, вон у нас две птички, два грифа, два буйвола, два волка, один жираф. Где Мишка? Мишку так долго искал, он там в берлоге оказывается. Вот он, Мишка наш хороший, да? Мишка, один страус, один надо страус еще поймать. И один слон. О, слоны у нас тут рядом. О, еще кто-то, смотрите. Ну-ка, давай зайдем. Ага, велосираптор, экстремальный рейр. Очень редкий, короче. Блин, его надо где-то найти будет. Обязательно надо будет найти потом. Короче, тут динозавр, что ли, есть? Интересно, где его ловить-то? Так, ладно, побежали. Или уже на следующую серию оставить динозавра этого. Давайте я, наверное, еще слона подстрелю одного. На этом серию будем за... О! Ничего себе, снеговик появился. Ага, прикольно. Это, наверное, вот эти в подарках появляются. Слоняра. Иди сюда. Все, отстрелили. Ну-ка, третьего можно? Все, у нас три слона. Ну-ка, пошлите глянем. Ой, еще подарок. Может, что-нибудь еще появится в подарок. Лобыська. Вот у нас снеговик и конфета. Так, а вот наши слончики. Слоны. Так, а где третий-то? Вон маленький слоненок. Нифига себе, прикольно. Вон мамка. Мама слон, папа слон. И ребятенка мелкий, да? Опа, да. Это кто такой? Это этот велосираптор, наверное, да?
ну-ка, у меня патронов нету. Динозавра нашел, патронов нету. Зачем я подстрелил еще одного? Ну, по крайней мере, теперь я буду знать, где он. Так, а мы сейчас не сможем взять, да, патрончиков? Да, нам нужно ждать. Ладно, давайте попробуем тогда тут соберем. Конечно, сколько там осталось? 2 минуты, да, нам? О, почти 3. Ладно, это я потом мотану. Так. Так, мы взяли патроны, бежим, бежим, бежим. Вон он, наш динозаврик. Он так редко появляется, столько раз уже перезаходил. Пытался его второй раз поймать. Вот он, наконец-то, иди сюда, мой хороший. Есть. Скатился. Вот он. Динозавр наш. Велосираптора поймали. Ну что, пойдемте глянем. Мы-то, наверное, уже, кстати, сможем все апгрейдить, купить. Так, 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 давайте посмотрим. Конечно, соберем весь. Ой, я стрельнул. Так, 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 конечно, весь собрали. И что нам там осталось купить? Да 250 тысяч. Ой, у нас только 130. Такой-то офис там, да? Так, какой-то дом, короче. Ладно, купим потом. Так, ну что, где наш динозавр, да? Опа, натики, и вон он! Блин, прикольно, я хочу к нему залезть. Здорово, дружище, как дела? Ха-ха. О, динозавр! Прикольный он! И дом большой какой. Как с человека ростом почти. Ха-ха. Блин, я так долго его искал, но все-таки мы нашли его. Новый динозаврик. Дина его назову. Динозаврик Дина. О, что он есть-то интересно, а? Кинь букашек мелкий. Все, ребята, будем серию эту заканчивать. Вот, мы тут практически все уже отстроили. Я только потом еще зайду. Куплю за 250 тысяч. Там строение. Тут у нас... Папа слон, мама слониха, их ребенок. Там мой офис. Это у нас здесь один страус, один медведь, жираф, волки, бизоны и грифы. А, еще там внутри черепахи. Где? Это черепашки наши. А, вот койоты еще, кстати. И черепахи. Все, ребята, всем спасибо, с вами был Крапанда, увидимся в следующих видео, всем пока-пока!